Привет! И сейчас мы будем играть в игру очень прикольную, Angry Birds 2. Чтоб вы понимали, с вами снова я, Санька Гейм. Сейчас мы будем играть. Так. И я, Макс. О, 22 перышка, отлично. Хорошо, что не свинья. Ага. Ну, на первом свинек нету. У-у-у. А мог получить. Да. О, нет. Ну ладно, не очень-то и хотелось. 70 перьев. Как думаете? Неплохо. Как вы думаете, заберем выигрыш? О, тут только шляпы. Свиней нету. Прикольно. Классно. О! Прикольно. Сюда. Свиней есть. Так, играть бесплатно. Я не буду рекламу показывать, ладно? Продолжаем. Давайте возьмем тут. Сейчас возьмем телек. Ну, я думаю, заберем выигрыш. А что это после этого, интересно? Это мой брат. Да. Ты назвал это лучше. Да, ради Максима. Так, только нужно говорить погромче. Хорошо. А то можно не слышно. Так, да. Давайте. Не будет у нас пинги. Посмотрите, вот надо все посмотреть. Кстати, пожалуйста, если вы не подписаны, подпишитесь. Чтобы вы могли узнать о новых видео, хотя вы и так о них узнаете. И, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, а лучше поделитесь это моим инстаграмом с друзьями, чтобы они могли помогать мне. Кстати, ребят, мы тут Интересно, с третьего выпадет? Да, не думаю.
прикольно. Понятно. Ну, вот есть такой очень завтрак. Да, конечно, это все заняло много времени. А, кстати, напишите в комментариях, какое видео мне следующим снять, по какой игре. Потому что сегодня я больше снимать не буду. Уже вечер. Не знаю, как у вас, а у меня 8 часов. А я в 10 спать лежу. Согласен. Боль пройдет, злость всегда останется. И обида. Ребят, простите, но мне кажется, я 2 уровня пройду где-то. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Я сниму еще одну серию, я не смогу. Только не обижайтесь, если на сегодня я не смогу. Хорошо? Еще и дополнительная птичка. Бомб, ты знаешь, что делать. Я даже не буду его активировать. Да, мне не надо его активировать. Ой, уже 8 минут. Ребята, простите. Ладно, это была только одна серия. Но не бойтесь, ребят. Смотрите следующую серию. Она выйдет уже через... Ну, она уже, наверное, вышла, потому что я их одновременно выпущу. А нет, я сейчас это выпущу. Так что, пока-пока.